Этот пожар в деревне Старинки случился без малого в 7 вечера. О неладном заподозрила соседка-пенсионера. Сначала почувствовала едкий запах, затем увидела клубы дыма. До последнего не могла поверить в происходящее. Картина, словно кадры триллера. Из дома выхожу, и дым такой вот с крыши. Я кричу: парни, Толик горит. Кстати. Только молилась: Господи, спаси, потому что мгновение. Вот. А потом огонь как дал, и дым, и все на нашу сторону сюда. Вот это не передать, не рассказать, что пережили. Затем все как во сне. Звонок в службу МЧС и отчаянные попытки жителей потушить очаг возгорания. Но этого оказалось недостаточно. Обрушившаяся конструкция, высокая температура и плотный дым. С такой картиной столкнулись спасатели, когда прибыли в дом. Внутри находился пенсионер, уже без признаков жизни. Погибший, уверяют соседи, злоупотреблял спиртными напитками. В доме, от которого сейчас остались лишь угли, не было ни света, ни тепла. Все коммуникации отключили за неуплату. В результате пожара уничтожено перекрытие, кровля, повреждено имущество, закопчены стены. Вероятной причиной такого пожара могла стать незатушенная сигарета. Промедление еще на несколько минут, и подгоняемое ветром пламя перескочило бы на ближайшие деревянные строения. Для жителей деревни этот огненный урок стал напоминанием о важности безопасности и ценности человеческой жизни. Виктория Плевко, Максим Галенко, Бобруйск, 360.